Павел играет против нас, ребята. Павел. Павлуха. Павлуха, Рено тебе в ухо. Мне кажется, у нас было бы больше шансов, если бы я оставил Хантовскую обилку. Крестовская не очень помогла. Мария улучшит обилку Джара? Нет. Павлуха на секрет палим. Кстати, вот нормальная билка против паладина. Винни, что ты делаешь? Зачем ты жрешь мой... Ой, смотри, там хранительница тайн на второй ход после секрета. Ну, стоп-дека, видимо. Ну что, там воскрешалить? Нет. Шалите. Мощное воскрешалите. Павел, да тот самый, наверное, да. Ну, судя по бэдмэнеру, да, тот самый. Это Павла тоже раздача, смотрю, не очень хорошая. Интересно, что там по консекрахе у него? Да ёб твою мать. Как консекраху он нам покажет? Поставим робота. Ничего, консекрахи нет, дружок? Нет консекрахи у тебя? Ай-яй-яй. Бедняга. Бедняга, нет консекрахи у человека. Надо же достать ему консекраху. Ну что за херня? А что мне за трапа там? Змеиная ловушка. Нахер она нужна, не понимаю. Блин, там на следующий ход уже мужик на коне. Неловко-то как вышло, ребята. Как неловко вышло. У меня комба, змеи и вот эта шняга. Неплохо сыграно. Змеи и вот эта шняга. Комбо дека. Правда, что 20 левел Вовке можно не покупая подписку, играя тестово, правда. Вернее, нет, может змеи Бертрапу положить. Да вот звери, видишь, комбо-дека, змеи и жуткая чешуя. Бертрапу можно положить вместо фаертрапы. Блин, там мужик на коне, у нас проблемы. Непростой выбор. О, нет мужика на коне. Ой, как хорошо, как хорошо. Это может быть ульдоманка, да, ульдоманка, наркоманка. Так, ну хорошо, хорошо. Значит, мы ставим льва. Я слышал... Это большая чешуя. Большая чешуя. Боже, какая жизнь. Что это за партия такая? Привет, кутербэк. Прикольная партия, надо будет на YouTube залить. Ой, а вдруг там консекраха. Доктор Бум. Ну что, в лицо? Нет? Окань. А куда же еще? Ну что, гидоны все в пятак? Давай, что, гидон все в пятак? Или собаки? Собаки-робот. Собаки-робот на самом деле выглядит неплохо. Неплохо сыграно. Лучше, чем гидоны все в пятак. Мы просто можем сдохнуть, смотрите. Мы убиваем всех своих змей. Если бомбы летят сильно в лицо, мы рискуем. А сколько у тебя останется, если все в пятак тебя пущу? Это будет 9, 10, 11. У тебя останется 8, да? Если я сейчас все в лицо скажу, у меня будет 22. Минус 8, 14.
Да не, вроде бы не умираем даже при самом неудачном раскладе. Но собак хочется спустить. Хочется спустить собак. Ладно, с Гидоном веселее как-то. С Гидоном просто веселее. Привет, гном. Ты говорил, что у Фейсханта маленький писюн. А сам играешь на Фейсханте. Я ни на что не намекаю, но... Сейчас, секунду. Шепард и Недомирикл. Большое вам спасибо за подписку. Шепард вообще первый раз Шепард Сирити подписался. Добро пожаловать, ребят. Ты говорил, что у Фейсханта маленький писюн, сам играешь на Фейсханте. Ты понимаешь, что такое означает Фейсхант? Это хант, который ходит в лицо. Рино-хант, представляешь? Есть такой хант, он ходит в яйцо. Но мы выиграли все равно. Нет, не выиграли. Там блокер. Там сраный блокер, пацаны. Теперь мы еще не выиграли. Ну там точно сраный блокер. Это гадалки не ходи. Мы можем спустить две собаки и сходить на 7. Там останется 2. Спустить две собаки, сходить на 7. Там останется 2. Да, латеп нас по контру, так бы мы... Так, 2 хп останется. Либо я могу рукой сходить. Ну, рукой не в смысле, а рукой. У меня будет 13 минус 6, 7. Да вроде меня все равно не убивает. Вот Тирион меня беспокоит. Тирион вызывает некоторую озабоченность. Прими мои извинения. А если там не блокер? А у нас все равно не летало, если там не блокер даже. Мне кажется, лучше все бума поставить. Нет, не лучше. Так. Блокер. Блокер. Блокер-брокер там, ребята. У нас 13, у него атака на 6. Нужно добавить 7. Но это Рагнарос и выстрел в лицо. Либо Тирион и оборона. Мы Тириона попробуем пробить через Гиену. Он убивает сейчас либо льва, либо Гиену, если ставит Тириона. Но не того и другого. Соответственно, сохраняется угроза для него. Если он оставит гиену, мы спустим собак, и гиена там сожрет кого надо. Надо топ-декнуть Рено и показать ему Рено. Рено, вино и казино. Вау, ворошиловская стрельба. Вау, полегче там, чувак. Что этот нигер себе позволяет? Мне даже для блокера места нет. Так, стоп, не сдавайся, Павел. У меня есть большая гиена. Не сдавайся, Павел. Павел, борись. Борись, Павел. Павлуха, борцуха, давай. Ну, ё-моё, а. Что ж ты такой нехороший, Павел? Я таких собак бы спустил. Да, это была жестенькая партия. Всем здравствуйте, ребята. Всем, кто пришел.